введите идентификатор. 3AVLIA. Уровень сложности простой. Добро пожаловать в Киберию. Мы прибыли на место происшествия, доктор Корбин. Доложите обстановку. Видимость отличная, готовы приступить. Приступайте. Первая машина приготовится. Готово, поднимайте. Что бы это ни было, оно еще живое. Так. Теперь убираемся. У нас мало времени. Надо идти. Где я? Это спасательная операция. Тебя заморозили, и ты провел 3 года в криогенном отделе центра FWA. 3 года? Я помню, как врезался в гору и лицо. Помню, мне было очень плохо. Это был доктор Корбин. Он подобрал тебя. Подобрал? Чтобы мы смогли сделать биологическое оружие с помощью той штуковины, в которой ты разбился. Штуковина? А, Сибирия. Что с нами случилось? Корбин забрал то, что нужно было для экспериментов, а все, что от вас осталось, отправил в криогенную камеру. Я вижу, этой штуки со мной уже нет. Трудно поверить. Хотя я так привык. Слушай, я не знаю, о чем ты говоришь, но миллионы умрут, если мы не успеем сделать противоядие против этой штуковины. Люди рисковали жизнью, чтобы достать тебя из камеры. Док Ричард достал ключ. Я бы рад помочь, но я простой исполнитель. Я ничего не понимаю в науке. Нам не надо, чтобы ты думал. Нам нужна твоя кровь. Эй, стойтесь! Давай, вперед! Ты что делаешь? Давай шевелись, а то нам всем будет плохо. О, черт! Вот, держи. Иди вперед по этому коридору и в дверь с красными огнями. Нигде не останавливайся. Встретимся снаружи. We'll be right back.
Нет, я в такие игры не играю. Разноси вон те ворота. Только не спи, отстреливайся. Я гляжу, у вас большие проблемы с дорогами. Кому нужны эти дороги? Блин, ну как же отсюда выехать? Может, мне выйти и спросить дорогу? Прекрати болтать и стреляй. Вон ворота, стреляй! Выходи на связь, Грэм. Черт, слишком большие помехи. С кем ты пытаешься связаться? Позже узнаешь. А сейчас займись своим делом. И это ты называешь делом? Дурацкое дело. И дурацкая компания. Может, лучше остановишь машину, я с удовольствием выйду. Нет, ты останешься со мной. Ненавижу, когда мной командуют. Прекрати жаловаться, лучше упражняйся в стрельбе. А ты лучше поучись водить машину. А чем ты думаешь, я занимаюсь? Учусь? Я так и понял. Тогда, пожалуйста, помедленнее. Заткнись. Мы что, обязательно должны наезжать на всю эту дрянь? Нет, вообще-то я одну пропустила. Что за придурок попался? Ты что, не можешь его объехать? Держись! Поворачиваем! Надо избавиться от преследования!
не прекращай стрелять! Верь мне! Да, и почему я не взял с собой подушку? Добро пожаловать в Тарейн. Здесь можно купить все, что угодно. Замечательно. А как насчет передохнуть? Ну, разве что в другой жизни. Эй, помягче, трудно целиться. Господи, когда же ты перестанешь ныть. Да откуда они все берутся? Мягкая посадка. У тебя неплохо получается, особенно для женщины.
Сволочь! Он бросает мины! Угу. Он знает, что ты не умеешь их объезжать. Окей, здесь мы вылезаем. Где это мы? Вперед! Внимание! Ложись! Ух! Кажется, мой экран вышел из строя. Так, сейчас поправим. Так лучше? Мне нравится. ГМ, его экран направлен на меня? Ответ положительный. Кажется, сломалось ручное управление, и теперь он не сможет их сам настраивать. Как насчет сканера? Я, конечно, его могу приделать, но видочек у него будет еще тот. Все закончили. Я буду на связи. Эй, а кто это был? Это мой офицер связи. Следуй за мной. Подожди, а ты кто такая? Можешь звать меня майор. Слушаюсь, товарищ майор. Ну и куда же нам теперь? Наверх. Зачем? Немного полетаем. Окей, Грэм, мы в воздухе. Давай координаты Ричардса. Сейчас. Мне потребуется несколько минут для большей уверенности. Ты хочешь сказать, что не знаешь, куда летишь? Не совсем. Корден перевез лабораторию 2 месяца назад. Но док Ричардс боялся дать нам координаты, пока мы не достали тебя. Погоди, мы что, летим в лабораторию Корбина? В западном полушарии есть только один концентратор тромбоцитов. Ты что делаешь? Это же грозовая туча. Да, так нас не засекут земные радары. Грэм, какое-то время нас не будет видно. Ладно, понял. Удачи вам. Я буду на связи. Ты когда-нибудь раньше так летала? Только ради развлечений, еще когда училась в академии. А мне что, сидеть смотреть на все это безобразие? Лучше постреливай по всему, что движется. Парочка шаровых молний и конец плазменного двигателя. Приветствую вас, майор. У меня тут есть для вас секретное сообщение от доктора Ричардса. Включаю запись. Он совсем сошел с ума. Я имею в виду Корбина. Он собирается запустить это в воду. Он окончательно решил проверить это на ближайшем городке. Отправка грузовиков назначена на завтра.
Их нужно остановить. Без противоядия у нас... Грэм! Черт, кто-то засек передачу. Сигнал глушит того самого источника. Надо узнать, где находится эта лаборатория. Ты засек источник передачи? Далеко. Они исходят из спутниковой системы 29Б. Но что нам это дает? Нам нужен список гамма-излучений. Ну, и где его достать? Да где же еще, как не в этом компьютере-монстре, в штабе FWA. Только вот не думаю, что пропуска туда выдаются на халяву. Так достань нам поддельный пропуск. Да ты с ума сошла. Хотя есть одна идейка, может быть, вам повезет. Я видел, там вокруг здания болтаются истребители FWA, а их пилоты горячие головы. Да, возможно, я смогу смастерить вам пропуска для инженерных работников. Ну хорошо, так мы войдем, а выйти? Ну, ребята, если вам удастся проникнуть внутрь, то я уж как-нибудь просканирую коды и выпущу вас обратно. Неплохо постреляли, ребята. Медтех персонал на заданиях. Вам явиться на уровень 86. Хорошо. Я исследую нанесенные повреждения по пути вниз. Не разговаривай. Охраной займусь я. Иди прямо вверх на один этаж. В конце коридора будут грузовые лифты. Дежурный по уровню. Добрый день, майор. У меня личное удостоверение. Я инженер и занимаюсь расследованием аварии, произошедшей на верхнем уровне. Вы что-нибудь знаете об этом?
а где майор? По-моему, она наверху, строит глазки офицерам. Она сказала, здесь все чисто, так что попробуй обойтись без нее. Окей. Как можно быстрее. Все, что ты увидишь, я просканирую и занесу в компьютер. Доступ разрешен. Добро пожаловать в WA. Круто. Система оружия. Возврат. Оружие на падение. Возврат. Оружие на падение. Стратегия защиты FWA состоит, по крайней мере, из двух видов защиты – внешней и внутренней. Лазерная роботоустановка ALT-100 обеспечивает великолепное отражение внешних атак и не требует ручного управления. Система обнаружения врага активируется только в случае, если не получен кодовый радиосигнал передатчика, встроенного в каждый механизм FWA. Инженеры, работающие на объектах, используют спаренные лазерные пушки. В случае обнаружения противника испускается луч, приводящий к разрушению материи на субатомном уровне. Газ NGC является высокотоксичным и используется для защиты оборудования 8 уровня секретности. Смерть наступает мгновенно. Для получения дальнейшей информации об оружии защиты FWA требуется уровень доступа 10 и выше. Возврат. Оружие на падение. Оружие защиты. Возврат. Оружие на падение. Оружие защиты. Возврат. Система оружия. Возврат. Океанические лаборатории.
Дубровский исследовательский центр. Возврат. Островная лаборатория. Исследовательские шахты. Исследовательские шахты содержат оборудование и персонал для научных исследований Гранта. Океанические лаборатории. Дубровский исследовательский центр. Возврат. Островная лаборатория. Исследовательские шахты. Хранилище. Гамма-излучение для всего оборудования. Начинаю его анализ. Это все. Теперь быстро сматывайся. Исследование Гранта. Океанические лаборатории. Дубровский исследовательский центр. Возврат. Возврат. Ты все достал? Да, Грэм сказал, что у нас есть все, что нужно. Так что пошли отсюда.
Встречаемся вверху у подъемника. Давай вперед, торопись! Ты что, с ума сошла? Не больше, чем обычно. Торопись. Я уже внутри. Быстро, оберните влево этим гадом. Ну давай, Грэм, нам очень нужен этот код. Дай мне еще секунду. Достал, сколько можно? Все, я достал предварительный способ для вас. Thank you.
Что такое? Матрасом не отмашешься. Слушай, Кингстон, я должна проследить за грузовиками. Иди внутрь и найди доктора Ричардса. Займись противоядием. Все в порядке. Сбросьте скорость внутри, поищите механиков. Я не вижу, где они. Ладно, ладно. Что за идиоты здесь поставили? Откуда он вообще взялся? Понятия не имею. У этого парня в башке солома. Слушай, сделай хорошее дело. Приведи его в какое-нибудь другое место. Я слышал, Корбин как-то пришел кого-то за то, что ты задержал отправку. Подъемник заело. Позови Джоуи. Нет, только не Джоуи. Он единственный механик, работающий в эту смену. Надо найти его. Кажется, все здесь рушится к черту. Все, что нам нужно, бумажные салфетки, жевательная резинка и пара кубов Барби. Ты запомнил анкету? С этих пор этим будет заниматься Артур. Хорошо, что Корбин об этом не узнал. Грэм, просканируй. Окей. А что, никакой музыки у них нет?
awesome. Идентификация голоса. Доступ отвергнут. Связь прекращаю. Какая девочка? Но это же майор. Не понял. Обнаружена биологическая утечка. Опасность. Эй, Грэм, смотри, кто это? Черт побери, они убили Ричардса. Я сообщу майору, а ты пока лучше подумай, как отсюда выбраться. Попозже ты мне понадобишься. А это что такое? Это инженерный пульт управления. Возьми его. Может пригодиться, чтобы устранить разрывы в трубе. Ошибка переназначения 020. Возврат. Ориентация. Код доступа. Возврат. Ориентация. Добро пожаловать. Мы нашли идеальное место для испытания тактического оружия. Торговый порт Террейн, который давно известен как логово бунтовщиков. Мы рассчитываем на поражение 70% населения. Это неплохая цифра, учитывая его рассредоточенность. Я жду вашего одобрения. Операция начнется немедленно по его получении. Несанкционированный доступ. Возврат. Несанкционированный доступ. Господа, сегодня мы делаем историю. Я приказываю подготовить машины с грузом к 7.00. Просьба не опаздывать. Несанкционированный доступ. Возврат. Я боюсь за свою жизнь, Новелл. Боюсь, что Корбин мог узнать о нашем плане. Не знаю, сколько мне осталось времени. Судьба мира теперь в твоих руках.
Я оставил детальные инструкции по приготовлению противоядия. Я знаю, что ты можешь это сделать. Корбин так много лжет. Удачи и поторопись. Идите вы к черту, генерал. Меня достали ваши глупые просьбы. Я доктор Джон Корбин. Тот самый Джон Корбин. И с этих пор мы можем использовать это как назначаю код доступа, Грэм. А вы? Вы мне подчиняетесь. Несанкционированный доступ. Возврат. Идите вы к черту, генерал. Корбин лжет. Инструкция FWA-346.2 – это фальшивка. Слушай, ты должна подготовить антикультуру, взятую из крови Кингстона, и, используя антиконцентратор в лаборатории номер 4, уничтожить все красные и белые кровяные тельца, оставляя тромбоциты. Помести их в питательную среду, а затем запусти водопроводную систему зараженного города. Мой код доступа – 2457. Эй, у нас здесь все запасы кончаются. Я об этом второй раз уже докладываю. Нам приходится использовать тряпки вместо туалетной бумаги. Подайте заявку и ради бога, привезите нам всю эту дребедень. Ричардс, каким ты был наивным и доверчивым, и вдруг сел на измену. Это я воспитал тебя, Ричардс. Ты уже забыл об этом, не так ли? Это я сделал из тебя человека. Ситуация очень тяжелая. В третьей лаборатории подопытные насекомые вырвались на свободу и погибло уже 3 человека. Один из них, потеряв контроль над собой, пытался уничтожить их с помощью огнемета. Так что от него мало что осталось. Мы соорудили временный защитный экран, который будем поддерживать, пока не придумаем что-нибудь понадежнее.
Пришел мой час. Меня запомнят как самого выдающегося ученого в мировой науке. Я работал всю жизнь. Чтобы этот момент настал, я, господин всего мира, сама судьба дает мне шанс руки и склоняется передо мной. И смерть что за станет нафиг? Моим рабом. В общем, все. Я завязываю с этой конторой. Эти твари вырвались из контейнера и теперь поглощают все запасы. Я пытался травить их газом. 10 утра. Не срабатывает. Ричард назвал код 2457. Наверное, его уже сменили. Дай-ка я просканирую. Hey, there's a fingerprint. Смотри, отпечаток. Дай ближе. О, извините, доктор Корбин. Идентификация голоса. Меня зовут Джон Корбин. Тот самый Джон Корбин. Идентификацию голоса подтверждаю. Добрый день, доктор Корбин. У, зараза. Возврат. Связь. Уровни привилегий. Слышите меня, идиоты? Это проверка вашей верности. Следите за Ричардсом, а затем измените код допуска в помещение номер 4. Это обязательно должно выглядеть как несчастный случай. Я не хочу, чтобы мной занялись следователи FWA. В случае неудачи, последствия для всех будут очень печальными. Уровни привилегий. Управление. Господа, сегодня мы делаем историю. Я приказываю подготовить машины с грузом к 7:00. Просьба не опаздывать. Личные данные. У нас давно не было возможности поговорить. Какого Но мне бы хотелось черта? Кое-что обсудить. И не так, как сейчас, а лично. Я могу прийти к тебе и очень скоро, окей? Как со мной связаться, ты знаешь. Уровни. Код доступа. Грэм,
Мне нужен тот отпечаток с нижнего этажа. Сейчас. Последствия интоксикации тромбоцитов изумительны. Это изменит мир. Голода больше не будет, так как все нищие сдохнут. Мы избавимся от болезней. Уничтожим больных и китайцев. Войн больше не будет, так как армия противника вымрет. Токсин – это жизнь. И в то же время это возрождение. Это просто в кайф. Thank you.
Зак! Зак! Очнись! Алло, ты слышишь меня? Очнись! Что со мной случилось? Ты пролежал несколько часов. Надо заканчивать с противоядием. Майор не смогла остановить конвой. Она возвращается. Ха, она же говорила, что ей не нужны советчики. Обнаружил путь через вентиляционную трубу к нашей шахтах. Майор тебя встретит в пещерах, и ты сможешь там передать ей противоядие. Где эта труба? В старой шахте. Выйдешь обратно в коридор, справа увидишь дверь, войдешь в нее и пойдешь мимо генераторов. Пропустить трубу невозможно. Понял. Фу, думала никогда отсюда не выберусь. Ты принес противоядие? Вот. Надеюсь, сработает. Оно должно сработать. Мне надо отправиться в Террей. По нему нанесли удар. Возьми пистолет, он тебе понадобится. Нет, подожди, я иду с тобой. Пожалуйста, ты должен остаться и взорвать все это хозяйство. И вместе с ним самого себя? Нет, спасибо. Это единственный способ избавиться от этой чумы раз и навсегда. Почему ты мне не сказала, что знакома с этим психом Корбиным? Ты что, на него работаешь? Конечно нет, я работаю против него. Это длинная история, у нас нет времени. Я за тобой вернусь, ты должен мне верить. Слушай, если ты думаешь, что я вру, можешь меня пристрелить. Все равно скоро нам всем крышка. Веский аргумент. Встретимся в холле. Будь осторожен. We found him, Dr. Corbin. Кингстон, твоя песенка спета. Наверное, ты очень сильно желаешь своей смерти. Я когда спас тебе жизнь, а ты платишь мне черной неблагодарностью. Я сотру тебя в порошок. Ты знаешь, кто я такой. Доктор Джон Корбин. Тот самый доктор Джон Корбин. Защитник добродетели. Спаситель человечества.
Пророк нового мира. Идентификация голоса. Меня зовут Джон Корбин. Тот самый Джон Корбин. Идентификацию голоса подтверждаю. Добрый день, доктор Корбин. У, зараза. Подправ. Добро пожаловать на уничтожение исследовательских шахт. Предупреждение. После пуска самоуничтожение не может быть отменено. Повторяю. Приказ самоуничтожения не может быть аннулирован. Активирована программа самоуничтожения. Самоуничтожение через 30 минут. С целью безопасности рекомендуется эвакуировать весь персонал в радиусе 5 километров. Спасибо. Возврат. Возврат. Yikes! Yeah.
Взять его! Ты покойник, Кейса! Убейте его! Приговорил мир к посредственности. Тебе не удастся уйти отсюда живым. Корбин, ты идиот. Надо уходить, иначе мы оба трупы. Нет, только ты. Бросай оружие. Навел, я знал, что ничего хорошего из тебя не вырастет. Ты... Не посмеешь. Ричардс у меня. Нет. Ах ты маленькая дрянь. Я еще... Все. Вот и сказки конец.
Температура резко возросла. Держись, сейчас будет хреново. Эх, мать! Отец, да... Да, это длинная история. У меня есть время. А как насчет обещанного пива, майор? Зови меня Новел. Thank you.
Неужели конец?